История выставочного центра началась в далеком 1923 году с Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Настоящая же жизнь выставочного комплекса началась в 1939 году с Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. ВДНХ входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 миллионов гостей. 1 августа 2019 года выставка отпраздновала 80-летний юбилей. Территориально ВДНХ объединена с парком Останкино и главным ботаническим садом с 2014 года. Их общая площадь составляет почти 700 гектар. Созданные в советское время, они представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. К числу наиболее ярких памятников ВДНХ относятся монумент рабочей колхозницы, работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны Дружбы народов СССР, и каменный цветок. Украинский ССР, Узбекский ССР, космос. В павильоне номер 16 «Гидрометеорология» начал свою работу музей кукол. В нем демонстрируются различные тематические экспозиции. На первой выставке «Русские монархи. Страницы истории» посетители смогут увидеть уникальную коллекцию кукол Алины Венцель, посвященную российским правителям от Рюриковичей до Николая II. Авторские куклы в России стали популярны в 80-е годы 20 века. Одним из первых русских художников, обратившихся к этому жанру, была Алина Венцель. В середине 80-х она создавала куклы в рамках масштабного проекта «Всемирная история в куклах». Первая выставка в музее кукол на ВДНХ представит работы из этой серии. Центральная часть экспозиции посвящена династии Романовых.
Среди экспонатов зрители могут встретить первого императора России Петра I, императрицу Екатерину II, императора Александра III, а также современников и сподвижников царской семьи, в числе которых великие полководцы Суворов, Кутузов и реформатор Столыпин. Всего коллекция насчитывает более 50 кукол. Каждый экспонат высотой от 70 до 100 сантиметров был изготовлен из фарфора вручную. Особая гордость – костюмы кукол. Они создавались с использованием приемов старинного кроя и шитья, антикварных тканей и аксессуаров. Пошив осуществлялся с пристальным вниманием к деталям. Так, для изготовления костюма Наполеона автор использовала антикварную фурнитуру, привезенную из Франции, а на платье императрицы Елизаветы Петровны в сумме ушло 5 метров натурального шелка, батиста и кружев. На выставке посетители смогут проследить развитие моды от средних веков до начала XX века, а на экскурсии по экспозиции узнать подробности об истории костюма, почему в Древней Руси одеваться в синее могли только аристократы, сколько весил коронационный костюм во время первых русских царей, кто из императриц ввел моду на национальные костюмы и какие фасоны носили последние русские императоры. Дорогие мои подписчики и гости канала, я желаю вам приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Я дорожу каждым из вас. Желаю вам хорошего настроения и будьте здоровы и счастливы. Bella cosa na giornata di sole, un'aria serena dopo una tempesta. Bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa na giornata di sole. Yeah.
te, stai fronti a te. Quando fa notte o sole se ne scende. Cosa n'hai urnato il sole?